Привет. Привет. Ой, какой ты симпатичный. Привет, ты тоже. Спасибо. А ты Да. играешь? Да, играю. Подожди, это у тебя шестиструнка? Да. Ой, круто. Скажи, пожалуйста, ты можешь что-нибудь для меня сыграть? Вечер ты Да. пришел на свидание. Да. Да. Мне твое лицо очень знакомо, прям очень знакомо. Я тебя не раз, видимо, где-то видела. Скажи, пожалуйста, я ошибаюсь или нет? А вот это знаете? Да. Очень дала. В каком ты городе живешь? В Ростове. Мы тоже. В Тоже? каком районе? Нагибино, торговый центр Рио, знаете? Мы Стоп, у тебя рядом горизонт же, да? Да, рядом горизонт. Горизонт. Послушайте, вот эту песню знаете? Вы сидите в ТикТоке? А нет, сейчас не сижу. Мне кажется, у вас было очень много подписчиков с таким талантом. Друзья, всем привет! Сегодня посмотрел статистику канала и увидел, что меня смотрят 80% людей без подписки. Такого еще никогда не было на моем канале. Так что попрошу каждого, кто регулярно меня смотрит прямо сейчас, подписаться на канал, нажать на колокольчик, поставить лайк и смотреть видео дальше. Это сильно поможет развитию канала. 3000 лайков и выйдет следующая часть. Также, если хочешь записаться ко мне на урок по гитаре онлайн, то пиши мне ВКонтакте или на почту, ссылки в описании. А если хочешь просто поддержать меня, то ссылку на донат оставлю тоже в описании. И еще хочу попросить подписаться на другие мои соцсети, это группа ВКонтакте, Телеграм-канал, Яндекс.Дзен, Бусти и добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Ссылки в описании. Здорово. Привет, что ты там делаешь? Я бухаю, стримлю. Вижу, вижу. Я тебя, кстати, смотрю на Ютубе, на самом деле. Смотрел раньше, по крайней мере. Вот. Да я уже давно ничего не снимал, чисто стримы балуюсь. А что-то да, ты давно не снимал. Ты там что-то сводил татуировку, помню, вот здесь, да? Было такое? Ну да, потом новую набил, короче. Вот, очень круто. Балуюсь. А сейчас стримишь, да? Да, стрим идет. Вот. Я тоже сейчас стримлю. Хочу тебе песенку сыграть одну, так, по-быстрому. Давай, давай. Вот. Круто, вообще крутяк. Я бы хотел так играть, но я знаю 5 блатных аккордов, и у меня все получается с ними только. Понял. Понял. Но прикольно, прикольно. Вот такое, классика была. У меня две гитары, да, на одной я такое более современное что-то играю, на этой я классику играл. Вот. А, это звук разный, типа, или как? Ну да, здесь такое, знаешь, типа там. Блин, очень круто ты играешь, мне прям очень нравится. Ты, наверное, прям с детства, да, учился прям все Ну это. да, я с 6 лет играю, да. Понял. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Передай мне свой навык, как этот. Помнишь фильм, где суперспособности были эти не отморозки, отбросы? Вот там у каждого суперспособность. Отдай мне свою суперспособность. Сейчас хоп, такой беру гитару и тоже бум-бум-бум. А у тебя получается со звукоснимателем они или... Не, у меня просто эта гитара, обе просто, видишь, без ничего. А, то есть это Вот. микрофон просто так хорошо Да, берет. просто. Да, обычный микрофон, даже такой дешевый рекордер Zoom H1N, знаешь?
Ну да, я слышал, что-то такое. Он 7 тысяч или 8 типа... стоит, как бы. Изнесло. Ну, у меня что-то подобное. Что за человек весь в тату пишет? Это известный ютубер, кстати. Это Бомбер Шоу, правильно у тебя? Или как так называется? Да, все верно. Бомбер Шоу канал называется. Да. Даже по телевизору тебя, по-моему, показывали, не? Что-то такое было. Было, было. А вот, блин, сегодня только писали НТВшники. Говорят, давай опять на телевизор. Я говорю, бля, ребят, ну, говорю, соточку дайте, говорю, приеду. Они такие... Ой, ну соточку много, блядь, туда, а надо конфликт какой-то. Я говорю, блядь, ну давайте, я говорю, конфликт сейчас, говорю, придумаем. Ну, говорю, давайте я с женой, короче, поругаюсь, они, в смысле? Я говорю, ну, блядь, она не хочет жить в селе, блядь, а я хочу жить в селе. Хочу, блядь, огород, гусей, блядь, и всякую хуйню, а она хочет в городе, блядь. Они, о, нормально, хороший конфликт, ну такие, типа, знаешь, из разряда попёрло. Ну, типа, из разряда, типа, нихуя себе, был там... Блогер-миллионник, типа такой весь известный, популярный, видосы там по 5-6 миллионов собирали. А тут, блядь, хоп, и просто, грубо говоря, на все забил, уехал в деревню, блядь, домик построил, тут курей выращиваю, блядь, всякую рассаду, он всякой хуйней занимаюсь. Вот, а у тебя как канал называется? У меня канал называется Николай Попов, так и называется, как меня зовут. Слушай, тебе надо просто мотивировать людей именно подписываться больше. Не знаю, может, ты не так часто им напоминаешь, блин? Вот, в последнее время перестал, кстати, напоминать. Он, ну, видишь, меня просто люди, во-первых, знали уже именно с телевизора. С телевизора? Званого ужина. Да, да, да. А, званом ужине, да, ты еще сейчас, кстати, я что-то не помню. Ну да, да там полно всяких Малаховы, званые ужины, до хера всяких шоу, всякой херни. Я первый был человек, кто татуировку на глазах сделал. Ну, именно русскоговорящий. Поэтому, как бы, отчасти это тоже стрельнуло, там, видео, допустим, там, тату на глазах, там, пиздец, оно собрало какие-то, у меня тогда на канале, там, 1000 подписчиков было, а видео собрало, там, что-то порядка 400. Вот. Ну, ладненько, все, давай, удачи тебе, подписчиков давай. Побольше. Давай, все, тебе тоже удачи, давай. Where are you from? From South Korea. Австрия, Австралия? No, South Korea. А, South Korea, yes, I'm from Russia. Say hi in Russian. What? Say hi in Russian. Hi? Yeah, hi. How to say hi in your language? Hi, Russia. Hi, hi. Hi, South Korea. South Korea. South Korea. No, I mean... Она прикалывается. Она прикалывается? Да я и понял, у вас Россия написана вообще. Не знаю, некоторые верят. Кстати, я сам так на самом деле сижу и прикалываюсь частенько. Правда, я английский не знаю. Вот что? But I'm really, actually really from Korea. Да. Yeah. I am in Russia now. Сыграйте, пожалуйста, выйду в поле... Я с конем. Давай тебе сыграю другую песенку. Thank you.
это была русская народная песня. What's your profession? Что? Какова твоя профессия? Я грузчик. Ты абсолютник? Да. Когда ты понял, что у тебя абсолютный слух? Сразу понял. Сразу понял? У тебя прям нотки поют? Конечно, конечно. Вот у меня еще есть такая гитара. Да, гитара? Вот эта гитара. А ты вообще, ты струнник, да? Ты помимо гитары еще на чем-то можешь играть? Да, на всех инструментах у меня играть. На балалайке, там, на всяких, вот там скрипка, там, виолончель. Классику, батарейка, можешь? Ну, могу другую. Вы сказали классику, могу Баха сыграть, Моцарта или что? Бетховен. Да, хотим Моцарта. Да. Я люблю Моцарта. Давай. Давай чем-то. Ну, Моцарта давай, я так чуть-чуть могу только наиграть. А Баха что? Ре минорную фугу какую-то? Не, не ре минорную, а сюиту из четвертой... Ой, прелюдию из четвертой сюиты для лютни. Знаете? Сыграй. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ты преподаешь? А, знаете такую песню «Ксюша не дает»? Я? Нет. Я тоже не знаю. Так, ну могу ее сыграть. Давай, послушаем. Она без слов, как бы. Там. Ну там есть одно слово, я пока что чисто мелодию сыграю. Очень красиво ты играешь. Вот, можете набрать в интернете, послушать. Эта песня называется «Ксюша не дает». Вот. Хорошо, хорошо. А сколько ты вообще занимаешься игрой на гитаре? С 6 лет играю. Ого, ого. Очень. Ну, я еще учусь, как бы. Несмотря на то, что я играю с 6 лет, я все равно учусь. Выхожу к учителю, он меня учит, как надо правильно играть. Ну, мы там классику в основном играем, типа такой музыки. Там, типа там. Ну, это уже попроще, классика. Это прекрасно. Прям очень круто. В каком городе живешь? Нижний Новгород. Понял, я был один раз в Нижнем Новгороде. На конкурс, да? По гитаре приезжал, да. Ты сейчас слушаешь эту песню, да? Да. Вот. Да. Правильно, да?
А знаешь песню эту, типа «Малолетняя дочь», там все там вроде? Не, я знаю «Малолетние шалавы», знаешь такую песню? Знаю. Вот ее могу тебе наиграть. Кстати, одна из моих любимых песен по звучанию. Тебе понравилось? Да, очень. Очень, да. Почему ты не выиграл, мне даже интересно. А знаешь вот это? А что, я на конкурсе, думаешь, играл малолетних шалав? Нет, мне кажется, нет. Слушай, Вань, а давай что-нибудь, чтобы я охуел в самое сложное. Ну да, я не знаю, как тебе покажется она сложная. Она покажется, по крайней мере, необычная. Вот такая, нестандартная. Ну давай. Блять, ну круто, молодец. Вот это круто. И тут я даже косяков не увидел. А, ты чё, серьезно? Чё? Ты серьезно? Это ты? Это ты? Ну, не знаю, ты как считаешь. Ты чё, серьезно? Да ладно. Что? Слушай, что? Нифига себе. Нет, ну это здорово. Я очень рада, что я с кем-то будет познакомилась, с цивилизованным человеком. Это круто. И еще к тому же очень популярным, судя по просмотрам и подписчикам твоим. Слушай, ну это круто. Не прям, что прям много. Прям, что... Ну, знаешь, я своих подписчиков никак не могу закадрить, так скажем. Блин, пожалуйста, просто сыграй мне для моих ушей, я прошу тебя. Спросила, ты будешь меня стримить? Ты сказала, ну как, ну. Ладно, хорошо. Стрим меня. Я не против, только обрежь там, где я туплю, ладно? Хорошо. Спасибо тебе большое за стрим. Мне очень было приятно с тобой пообщаться, ты очень классный. Всё, ты тоже. Молодец, ты продолжай тоже. В том же духе, вообще умочка. Давай, все. Прекрасен ты, Мусия, прекрасен, блядь. Больше нет вопросов. Круто. Если понравилось это видео, то обязательно поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео своим друзьям, а также подписывайся на другие мои соцсети, ссылки в описании.